Всем ку, с вами снова Билли, и мы залетаем в вампиров. Вот, и будем мы тестить персонажа под названием Женевьева Грюер. Вот, у нее обилка, которую мы еще ни разу не видели. И особенность персонажа. При переходе на новый уровень вызывает вакуум. Вакуум, это типа у всех будет затягивать к ней. Один раз за жизнь вызывает пожирателя мира при получении смертельного урона. Интересно. Ну и мы пойдем, конечно же, на озеро Фаскари. В связи с тем, что... Мы... Ну, случайное событие. Вот это я забыл поставить. Нам нужно фармить Сэмми. Эту ачивку я тоже хочу сделать. Посмотрим, как будет лучше ее замутить. Так, где у нас есть эта обилка? Перечисленное оружие дается в двух экземплярах. О, давай. Бля, как она круто выглядит. А это что за какашки она кидает? А чё меня так бьют больно? Вопросик. Давай святой ветер брать. Служитель тьмы. Выпускает дополнительные заряды. Так, я хочу розочку сделать. И, наверное, сделаем поток заклинаний. А почему? А, то есть с сапом уровня я притягиваю. Все, понял, что за вакуум. Теперь это ясно. А что меня так ебут? Как жить-то мне, блядь? Что делать-то? Пропуск это не пойдет. Удар заклинаний. Поток. Нам, блядь, надо кнут найти. Иначе мне пизда. Судя по всему. Слушай, билд отвратительный. Билд просто отвратительный. Это что, блядь, было? Смертельный урон? А, понял. Типа, один раз за жизнь я могу это сделать. Чё у нас вообще? Короны? Ага, ага. Много чего интересного, но в то же самое время нихуя интересного. Интересный персонаж, но качать я его начал как помойку ебаную. Если честно. Если честно. Мне нужен кнут. Мне нужен кнут. Обязательно нужен кнут. Без кнута ничего не получится. Да блять, почему вы отказываетесь мне дать нужный мне предмет? Уёбки. Нам нужно черное сердце. И... Шкатулка Тароны по-хорошему нужна. Она вроде была, но я ее проебал. Бля, у меня же еще случайные события, точно. Вот, кнут, наконец-то. Все. Играбельно теперь. Можно делать розу. Спокойненько. Давно, кстати, я ее не делал. Раньше без нее вообще не играл. Так, крылья, конечно, сделаем. Почему нет? Нет, пропуск. Не нравятся мне все эти обилки. Опа, похилились. Хорошо.
Еще похилились. Бля, слушай, билд пока хуйня. Возможно, будет норм, но пока что нет. Служитель тьмы. А чё служителю тьмы, какую нужна билка? А, череп нужен, блять. То есть я не скоро апну его. Тут череп у меня есть там на карте. Магнитосфера. Кнутик. Все, магнитосфера, хуесферы взяты. Нам сейчас надо найти черное сердце. Черное сердце, шкатулка Тароны. Это тот необходимый минимум, который я должен собрать. Бля, ну череп брать нельзя. Мне кажется, не стоит он того. Кнут. Даже дупликатор было бы лучше взять, наверное. Давай дупликатор, похуй. Да. Не качаются нужные СПВ почему-то. Загадка для меня это. Вообще магнитосфера, наверное, это персонаж юзлес, если так подумать. Да, если прям немножко мозгами проскинуть, то, наверное, юзлес. Ну ладно, уже взял. О, чё, пустое сердце, наконец-то. Шкатулка, ой-е. Найс. Кстати, для того, что я хочу сделать, мне вполне себе хорошо заходит это гуща. Вот я потом хочу пофармить с Эмми. Так, какая нам еще пассивка зайдет? Корона для лучшей прокачки. Да, конечно, ужасно вот этот момент, когда начинает трава спавниться. Вообще несерьезное отношение у игры. Кнутик. Пафнутик. Еще мало травы этой. Как будто ради прикола это все сделано. О, источники света. Источники света. Корону можно не брать, она мне придет. Шпинат возьмем, чтобы гарантированно апнуть один из навыков. Так, ну и пойдем тогда за черепом. Нам нужен череп для прокачки навыка именно Женевьевы. Зря я колесо фортуны взял. Наверное. Святой ветер. Не, получается, я не взял кольцо, но Питер за мной увязался, да? Угу. Ну тогда надо взять его.
кнут. Есть. О, красиво. Так, где вход-то тут? А, сверху. Уйдем, уйдем. Так, тут левей. Сюда. Направо до талого. Катулка, давай дупликатор возьмем. И бежим отсюда нахуй. Ну, мне не дают убежать, конечно. Вверх мне явно будет проще бежать. Так. Удачу я смогу забрать, или она где-то в другом месте? Бля, она явно не тут. Черт. О, кайф. Сокровищница. Не знаю, сколько у меня там жизней, но надеюсь, что я выживу до апгрейда нужного заклинания. Нам бы кнут, розу вкачать вот эту. Очень панический забег. Изберем то, что снизу. Там много куриц было, заодно сейчас похилимся. Шпинатик. Черепа, к сожалению, там не было. Отлично, качались. А где у нас удача? Кто не заметил. Чуть левее, что ли? А, ну ладно, похуй. Как-то поступить. Ладно, погнали налево. Надеюсь, минут за 10 мы все это обойдем. Соберем все навыки. Там нельзя расслабляться. Блин, навыки же Женевьевы не кажется каким-то прям имбой пока что. Может, просто я его, ну, не прокачал, поэтому он кажется хуйней. Удачка на месте. Так, теперь надо реку перейти, уворачиваясь от пидорасов в плащах. Ура, череп. Наконец-то он начал качаться. Так, аркана. Аркану сейчас мы заберем. Череп. Где тут аркана-то? Вот она. Че возьмем? Каждые 2 минуты притягивает притяжку. И притяжку уже брать не будем, иначе смысл я все это ходил. Давай вот так, исцеление прокачаем немножко. Ебать, повезло мне немножечко.
Ебой. Кровавую слезу мы апнули. Пойдет. Теперь осталось роду получить. Ну и навык, собственно, самой Женевьевы. Так, пойдем за наручем теперь. Берем наруч. Что нам еще надо? Не знаю, что надо, если честно. Пойдем за кольцом, раз оно ближайшее. Так, победный меч. Стоп, 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 стоп. Мне же надо забрать колечко. Надо забрать. Конечно, локация озера Фаскари, это, блядь, нихуя не шутки. Пешечка. Бля, там аркана была с притяжкой, наверное, я ее возьму. Притянем все, да заберем уже. Перечисленное оружие получает плюс один к боезапасу. Ну нет. Давай уже допритянем и похуй. Давай, берем. Корону берем, корону берем. Вот это берем. Вот это возьмем. Это возьмем. Все, пойдет. До хрена чего я набрал. Надо ли мне это было? Это другой вопрос уже, конечно. Так. Это глио. Победный меч качать, конечно, надо, но, блять, опасно. А вот у нас и Афион, улучшенный служитель тьмы. Дает шанс мгновенно убить врагов. Интересно. О, вот такие пятна, блять, появляются. Меня, кстати, убили. Я наигрался, походу. Блять, ну хоть улучшил. Окей. Че у нас по ачивкам? Продержитесь 15 минут, играя за нее. Окей, давай, продержимся сейчас. Нормальный билд сделаем. Без случайных событий. Погнали. Сразу взять притяжку, maybe. И сразу, наверное, неправильно. А что тогда? Плюс боезапасу взять. Или жизни. Ну, жизни возьмем, maybe. Нет. Сука, сложно. Берем боезапас. Давай чеснок. Вообще ничего не нравится. Давай меч ночи. Святая вода. Серебряный ветер. Очень странный выбор, конечно.
Намерен просто пофармить. Библия. Все, решено. С этим, блядь, я буду играть. Служитель мы, конечно, не выглядит прям имбой. Взяли мы реген. Под Библию нужно будет тоже взять обилку. Боезапас, значит, я вкачал, да? Очень странная обилка. Ну да ладно. Next Arcan и возьмем просто, которая сверху, возьмем притяжку. И все, и похуй. Сейчас соберем вот эти все обилки, которые нам нужны. Вот, заклинатель. Билд уже почти готов. Я беру спылы, которые площадь будут мне дамажить. Чеснок. Ну, меч не очень, конечно, подходит под это описание, но... Там, кстати, курица рядом. Берем. Похавали. Чесночок. Служитель тьмы. Сложно. Но без событий, кстати, нового перса собирать гораздо проще. Когда есть события, то это геймор. Особенно если ты не особо имбовый перс. А Женевьева, походу, не очень имбовый. Так, на Библию взяли. На это взяли. На это взяли. На вот это не взяли. Короче, крылья можно взять. Я к этому. Мне же для ветра что нужно? Да, все отлично у меня. Чесночок. Так-то. Опа, крылья. Добрый вечер. На озеро Фаскари вообще не дружелюбная локация. Так если посмотреть. Каменная маска, опа. А вот мы и собрали вообще все пассивки, которые понадобятся нам для прокачки того, что я набрал. Что еще можем взять? Ну, корону и череп-то я так заберу, так что это не так важно. Шпинат мейби взять для урона. Или для области можно взять. Чесночок. А, наверное, область надо брать. Бля, я думал, чеснок сейчас качнется. Вот было бы здорово. Сразу заиметь апнутый чесночок.
Ну, вроде обилки все много примитивных, много старых, но все либо дефают меня, либо что-то еще такое делают. Так, ну дубликатор, наверное, тоже неплохо зайдет. Все, все пассивки взяты, погнали за арканой, которые притянет мне оставшиеся вещи. Мы их возьмем и пойдем уже фармить. Цеми пробовать. Попутно развиваясь. Ну и деградируя. Хотя надо еще убедиться, что я убью всех этих вообще точно. Нельзя торопиться. Как бы надо побыстрее, но торопиться жестко прям нельзя. Нам надо плащей разъебать. Совсем забыл про это. Не знаю, получится ли у меня. Хотелось бы, конечно. Да, навык у нее хуёвый. У него картинка прикольная, такая что-то фиолетовая, мистическая. По факту какая-то хуйня. Червей каких-то, блядь, выплевывает. Что нахуй? Потом какие-то шары страшные. Они страшные именно потому, что они какие-то кринжовые. Не потому, что они ужас наводят. Сердце. Нам его тоже нужно прокачать. Давай мне чеснок. Чего, блядь, почему дупликатор? Вы рофлите? Почему, блядь, не дать мне чеснок? У меня же все готово для него. Ебал эту игру. Обойдем красную хуйню. Как будто на нас набросится долбоеб в плаще. Нам нужно хотя бы несколько спылов, чтобы красный. Ну, чтобы плащей доджить. А то я мобов-то убивать не убиваю. Тут еще плащи будут. Это вообще будет жесть. Ветер качается, Библия качается, но эволюция их почему-то мне еще не приходит. Ну, точнее как, если эволюция, которую я должен получить, была, это чеснок. Но ее меня тоже лишили пока что. Ветер готов. Сэмми? Откуда здесь Сэмми? Ну ладно, похуй. Вроде все окей. Чеснок держит площадь. Библия и ветер тоже держат меня. И вокруг пространства, вокруг меня типа дамажит. В чем тогда, блядь, проблема? Проблема в том, что я вкачал сильно основную обилку, а усилить ее и не усилил, да и в целом она не очень. Не очень-то такая жесткая. Плюс это озеро Фаскари, тут мобы довольно-таки быстро эволюционируют, становятся прям ебабелями. Святая вода. Мэйби сундук упадет, долбоебу с этого. Я его, правда, откидываю под чем-то.
Сдохнет уже. Дай чеснок. Да ёб твою мать, почему? Я не понимаю эту, блядь, игру иногда. Почему, блядь, мне при соблюдении всех условий не дают ебучие скиллы, которые я уже должен был получить. Слава богу, вот этих хотя бы фармим спокойно. Ну, относительно. Грибочки вот эти пизды дают. Немножко. По крайней мере, легко не дохнут. Как боссы, блядь, прям. Только с них не дропнется нихуя. К сожалению. Аркана. Так, вроде тут нет этой... Тут тоже. И тут. Вот, притяжка. Сюда она. Давай вот это берем. Вот это. Вот это. Вот это. Блять, пришлось все взять. Ладно, поверим в мечту, так сказать. Еще одна хуйня. Меч. Сундуков я так и не увидел пока что. Переебаться с этими плащами. И с грибами, блядь, которые тут появляются. Грибы, кстати, больные. 11 минута, мне так ничего и не прокнуло. Корону возьмем на более быструю прокачку. Корона. Ура, хоть Библия. Хоть так, блядь. Хоть что-то. А чеснок я, блядь, увижу вообще в игре. Прокачанный, в смысле. Пизду, пойдем отсюда. Это бред, блять. А, какой-то дракон, блядь, появился. Ну, ради сундука надо его разъебать. А, это он мне аркану принес. Понял. И сундук тоже упал. И арканы, и сундук. Ветер. Ну хоть, блядь, второй навык. Перечисленное оружие могут заморозить. Хуета, хуета. Ну, в данном случае. Уменьшаются при перемещении. Не буду сильно перемещаться. Общая продолжительность. Нет, не надо.
Здесь у меня есть три хуйни. Давай ее возьмем. Нужны еще сундуки. Ух, ебать, проснулся. А вот и босик. А вот и сундук. А вот и чеснок. Ура. Неужели? Качал наконец-то навыки. Корону берем. Вообще, сдохните уже. Заебали. В принципе, можно их убить. Один уже скис, второй скис. Третий, я так понимаю, тоже. И четвертый. Все, погнали отсюда. Нам нужно пойти туда, где будут Сэмми. Взял самые простые навыки, которые мне будут дефать. Что из этого по факту выйдет, я хуй знает. Так, что, маска прокачана? Прокачана. Можно, в принципе, ожидать меч Масамуны. Гуще, ну тоже норм. Гуще нормально дефает локацию. Кружок будет дефать вокруг меня. Так, где-то вот там. Броня. Где-то вот сюда надо пройти. Где-то тут спавнится Сэмми. Сейчас мы найдем. Здесь можно пройти? Нет, здесь походу нельзя пройти. Идем дальше. О, вот они, Сэмми. Вот. Походу прошел я куда надо. А вот и Сэмми. Не знаю, там ли я зашел. Но их тут реально много. Так, ну-ка попробуем еще мы обойти вокруг. Череп. Может, можно как-то обойти тут что-то? Я не похоже. Так, еще один навык. Заебись. Это мы забираем. А вот где они, ебать. И как к ним... А вот проход нашел. О, здорово, ёпта. Хули вы тут спрятались, а? Гарасы мелкие. Вот мы и нашли Сэмми. Сейчас мы их напилим тут. Площадь бы, блин, взять арканы на площадь. Причем убийство этих Сэмми меня еще и хилит. Заебись. Вот здесь вот можно просидеть подольше. 6000 надо убить, да? Так, область, берем область.
Что еще тут? Количество врагов. Сюда его тоже. Сокровищница. А она мне нужна? Не уверен. Ну, мы возьмем. А, меч, точно, мы самым уже. Мурамаса, то есть. Это мечи. Сокол уже есть. В японском фольклоре, что название путаю. Область. Не, ну сейчас я должен ачивку уже бахнуть. Сейчас должен вообще две ачивки сделать. Первое это на то, что продержаться 15 минут, а вторая на убийство Сэмми. Когда что-то получается, я сразу доволен. Но учитывая, что я играю в Братейта, то это так редко стало получаться. Из-за того, что я площадь не увеличивал, у меня Библия идущего слишком близко. И они все дохнут от основной моей белки. Частоту появления врагов. Интересно, а есть люди, которые делали ачивку Сэмми, не используя этот спот? Вот моим соболезнованием. Сэмми не так часто уж спавнится. Вот, а в этом споте все как бы заебись. Количество и частоту врагов. Сюда их. Я думаю, у меня уже есть ачивка. Но проверять я это не буду. Лучше гарантировать себе 100% ачивочку, дождавшись до конца. Жалко, фарма тут никакого вообще. Десяточка где-то надыбал, он скребал на сундуках. Это слабо, конечно. Область. Чё, сундук? Ну давай, я только за. Я только за прокачку этих пассивок уже. За 5 уже тысяч. Ну давай мы вот это серебряное кольцо уже добьем, чтобы область увеличить. Оно увеличивает и эффект, и область. Нельзя рандомно все за меня надклацать, но все равно сейчас не сильно влияет. Здесь лучше бы не поставили возможность рандомно прожимать это все. Не только когда ты прокачался по максимуму, а и уже сейчас. Тупо повелитель кругов. Чеснок — круг. Библия вокруг меня — круг. Гуща — это круги. Вот этот новый навык Женевьева — тоже круг. Только ветер не круг.
А, и меч не будет. Михаил тоже крутой. Правда на моей стороне. О. Не шибко увлекательный контент, конечно, но это большинство ачиво-дрочерства, это и есть такое хуйня. Ну, не шибко интересно. А я, по сути, этим занимаюсь последние видосы по вампирам. И по братейту тоже. Блин, да когда я уже все докачаю? Сундук обычный. Тут бы что-то необычное было бы уместно. Бля, да возьмите просто уже мне апнуть уровень. Пожёстче. Золотое кольцо. Сундук. Метагливые еды. Да, самый бесполезный навык тут, наверное, мы самому. Он вообще не понимает, как он тут нужен. Че, осталось 6 уровней. Метагливы и значок Академии. Нормально. Блять, надо выходить отсюда. Бесит. Ну все получается. А, нет, еще один уровень. Плюс аркану не нашел еще одну. Ой, прикольно еще штучку. Посмотреть. Оценить, посмотреть. Все, наконец-то. Следующий уровень ставлю случайно апгрейд, больше не отвлекаюсь. Нет. Вот, случайно всегда. Ну все, занялись. Выходим к более сильным молодым людям, что им можно сказать. На них, кстати, быстрее кач пойдет, мне кажется. Урон-то у меня есть.
Да, конечно, не особо сбалансировано, что очень много спеллов увеличивают приток мобов. То есть вот череп увеличивает, метаглива увеличивает, одно из колец увеличивает. Типа аж три шмотки. И в моем билде они все три есть. То есть у меня монстров просто забей на экране. Ай, охуе. Что им приходится ютиться тут? А, так этот спот был прям рядом вот с этой хренью, печатью, которую я уже разблокировал. Кстати, на озере Фаскари мобы приходят в зависимости от того, где ты находишься. То есть определенный вид мобов может прийти. В зависимости от того, где ты находишься на карте. А, блять, олень пришел. Это обязательно было? По сюжету типа так. Пока что он хилится. Но это недолго. Все. Еще может Сэмми пофармить? Я как-то не уверен, что все хорошо. Да нет, точно уже ачивка есть. Кажется, нет смысла там прохлаждаться. Ой, мобы сразу пошли другие, как от речки отошел. Вот суки, меня ждали. Что, сундук? Его забрали, сундук. Тут есть скелет огромный, здесь вот олень этот. Как бы контент, который после патчи появился, гораздо интереснее, чем то, что было. Но учитывая, как сейчас на высоких уровнях происходит фармежка, я нихуя не понимаю, что на карте нарисовано. На последних минутах вроде как должен появиться еще босс неприятный. А это где? Это вот тут дерево есть. Большое. Тут ничего особенного нет в этом домике. Давай отсюда. Попробую до речки мэйби дойти. До края речки. Тут мост. Перешли. Снизу, кстати, этот Змей Горыныч дракончик. Я пост про него в ВК скидывал. Получается, тут скелет слева внизу в домах. Где-то, ну, по-моему, примерно. Вот олень у речки. Блять, что происходит? А чего они так беснуются? Что случилось? У меня минус глаза сейчас будут. Это только тут-то? Это место какое-то особенное. Почему нет, блядь, делать? Давай уйдем отсюда. А, не, уже похуй где. Это везде такая хуйня. Мне просто нравится меня разъебывать.
Пиздец. Вот. Это перевод. Думаете? Фундук. Пойдем заберем. Хотя бы сундук можно найти в этой каше. О, вот, наконец-то. Наконец-то этот пиздец кончился. Пойдем к речке. Выйдем из лабиринта у речки. Вот так вот я решил. Ну, блин, билд не самый сильный, видите, я даже уже не пробиваю. Даже уровень не могу апнуть. Потому что не сильно пробиваю врагов. Ну надо мне не было бы апнуть, чтобы притянуть все. Сейчас все просто кончится. О, да, смерть появилась. А чё, смерть меня не убивает? Почему? А, замерзла, потому что. А чё, у меня броня какая-то ебейшая? Почему она меня не может убить? Я что, переживу? А как? У меня есть, конечно, броня. У меня есть отхил жесткий. Или, может, я печеньками там настакал себе так дохуя хитпоинтов как-то. Пока убивал у этих... Ну, гусениц. Кстати, точки от обилки Женевьевы раньше не спавнились в одном месте. Сейчас, видите, в одном месте спавнятся. Они как-то вокруг меня спавнились. Сейчас чисто, блять, в одной точке. Интересно, почему? Я смерти библиями вообще не дамажу, кстати. Библия тут чисто для прикола. Давайте я откидываю врагов. Жестко. Получается гуща плюс навык, плюс ветер. Может меч еще дамажит. Ну, чеснок, само собой. Anyway, ДПС не самый большой. Да сдохни ты уже, ёб твою мать. Грёбаная смерть. Раз ты въёбываешь, то отъебись. Ну ладно, надо подождать немножко. Хуёво, что я отталкиваю мелких мобов, а не убиваю. Это грустненько. Тут чуть. Лучше бы я их убивал. Рыбёшку обратно в океан выбрасываю. Сколько там смертей? Три штуки, бля. И никак ведь не откиснут. Да сдохните вы уже, пожалуйста. Сколько можно? Хочу уже увидеть нового персонажа. После прохождения за Женевьеву дадут новый перс. А, точнее, мне сейчас два дадут. За Женевьеву и за Сэмми. Вот, да. Собственно, мне самого Сэмми и должны дать. Не хочу там что-то дохнуть. Дей.
не хотят умирать. И как долго это будет продолжаться? Who know? Who knows this? Бум-бум-бум. Даже огнеметик вон кинули мне. Я немножко хотя бы подамаживать и смерть. Но вроде они не хилятся. Почему так долго я, блядь, не могу убить их? За хуйня. Какой-то трэш происходит. Первую смерть гораздо быстрее убил. И они меня убить не могут. Ну что, выходить отсюда надо? Вручную самому. Я думал, увижу конец. Они, блядь, хотят умирать. Там и цифры, причем большие, урона им наносятся. Алло, блядь. Hello. Ёпта. Четыре смерти. Не хотят никак сдохнуть. Не. И вроде как количество их реально уменьшается. Как было четыре, так вроде бы и осталось. Ну, можно, в принципе, погулять по локации. Пойдем. Ебать их там. С ума сходят. Ебанутые. Чисто, блядь, мы... Дети. С хаты никак не съеду, блядь. Дети. 18 исполнилось, они, блядь, при мне. Как будто, да. Сколько можно? Интересно, если я уйду на час, это кончится тут? Давно, кстати, ни один из них не сдох. Непонятно почему. Или же не в Еву нельзя просто убить. Не, Эва хуй. Настолько хуёво собрался, что даже смерти убить не могу. Правда, и они меня убить не могут. Ебать, их там больше, чем 4. С вида их там штук 6. В пизду. Я ебал. Новые достижения. Открывает служитель тьмы. Победить 100 тысяч врагов один заход, играя за Женевьеву Гриер. А, я 3 ачивки сделал. Хуяси. И давай заодно купим вот это. Осталось одно купить. За 149 тысяч. Осталось тут у нас 2 ачивки. Это как раз купить вот эту хуйню и пройти за Сьюта Луначара. Вот, а еще у нас персонажек Неживьева и Сэмми. И стоят они, кстати, ебать дорого. Не знаю, буду ли я за них делать раны, но следующий ран явно надо сделать за Сьюта Луначара, чтобы закрыть все ачивки. И потом уже подумать, буду ли я проходить за Неживьеву и... Упыря, Сэмми, Габетони, Мегаломания, Луначар.
Ну вот эти персонажи остались. За всех остальных я уже все прошел. Ладно, гайс, на сегодня заканчиваем. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в сообщество ВКонтакте. И всем пока.